Зимний период – это пора сказочных волшебных праздников, которые ждут не только дети, но и взрослые, когда происходят чудеса. Все вокруг становится добрее, открытие, весь мир становится как одна семья. Так давайте делать друг друга почаще приятные сюрпризы и радовать себя и окружающих также вкусными блюдами. Сегодня мы будем готовить нежное, тающее во рту печенье-снежинки. Они станут хорошим украшением вашего стола. Если вы любите блюда из крахмала, то этот рецепт вам понравится. А если вы еще никогда такое печенье не пробовали, попробуйте хотя бы один раз, и может оно станет вашим фаворитом. Начнем готовить. В миску высыпаем часть крахмала, добавляем желтки, сгущенное молоко, ванильный сахар, соль, размягченное сливочное масло и взбиваем, перемешивая. До однородной массы. Тесто должно получиться как крем. Высыпаем оставшийся крахмал и лопаточкой замешиваем тесто. Оно получится таким рыхлым, вязким, не сильно однородным и липущим к рукам. И для того, чтобы удобно с ним было работать, на края льем растопленное сливочное масло и формируем такой комочек, чтобы в процессе было удобнее с ним работать. Накрываем пленкой и отправляем в холодильник на 3-4 часа. Так с ним удобнее будет работать. Берем крахмал, посыпаем рабочую зону. Вот такое тесто получается после холодильника. Неоднородное, рыхлое. Но при контакте с руками, когда вы будете его разминать, оно станет мягким, однородным и податливым для формирования печенье. Берите часть теста, остальное оставляйте в холодильнике, так как оно быстро тает и уже слишком мягким тестом очень сложно работать. Работайте быстро, чтобы оно не успело сильно растаять. Вот такое получается мягкое, нежное и однородное. Посыпайте все время зону, где работаете. И раскатываем тонким пластом где-то миллиметров 3-4. Формочку-снежинку обмакиваем в крахмале и формируем вот такие вот снежинки. Если не всегда освобождается удобно, вот можно освободить вот таким постукивающим движением. Вот такие красивые снежинки у нас получаются. От вида снежинок у меня уже поднимается настроение. Я очень люблю зимние праздники. Они такие сказочные, необычные. Берем оставшееся тесто, соединяем с этим. И так формируем все снежинки.
обязательно обмакивайте формочку. И тогда она иногда вот так вот хорошо, удобно освобождается. Но если иногда она прилипает, то освобождаем также вот таким вот постукивающимся движением. Кладем снежинки на противень застеленной бумагой и отправляем в духовку. Сделаем остальные снежинки. Вот проделываем все то же самое. Работаем очень быстро с тестом, чтобы оно сильно не растаяло. И какую-нибудь досточку посыпаем крахмалом, выкладываем туда готовые снежинки и отправляем в холодильник. И уже с холодильника непосредственно будем выпекать. Так они при запекании не потеряют свою форму и будут вот красивые вот такие вот снежинки. Снежинки наши испеклись, лишний крахмал струшиваем. Снимаем очень аккуратно, так как печенье из крахмала очень хрупкое, и неловкое движение может просто его расколоть на несколько частей. Вот такие красивые, вкусные, сказочные, нежные, тающие во рту снежинки печенья у нас получились. Если вам понравился рецепт, делитесь им с друзьями, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. И до новых встреч на моем канале. Хороших вам праздников, друзья! Готовьте с любовью, живите вкусно!